Ну что? Попробуем. Я промахнулся. Я промахнулся два раза? Как перезарядить? Да какого дьявола? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова продолжаем играть в Project Zomboid. Впервые мы начинаем с вами выпуск не с того, что мы начинаем заново. Ибо фитнес-тренер выжил. И в данный момент он сейчас сладко-сладко-предсладко спит. И видит, наверное... потрясающие волшебные сны. Надеюсь, зомби не обретут разум. Но даже если так, то фитнес-тренер все равно окажется умнее и хитрее. Что это? Неужели это дебетовая карта Тинькофф Блэк с бесплатным вечным обслуживанием? Тот, кто ее потерял, явно не в здравом уме. Ведь из-за своей невнимательности он лишился не только одухотворяющего дизайна классических картин, но также и кэшбэка до 15% на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. Возьму, пожалуй, ее с собой. Еще одна карта? Да как так можно? Не дай бог я увижу этого растяпу. Я не знаю, что с ним сделаю, но я знаю, что сделаю с этой картой. Я буду совершать покупки у партнеров банка и буду получать до 30% кэшбэка. Причем список партнеров постоянно обновляется. А значит, я смогу как следует обеспечить свою базу припасами и одновременно копить на новые, так как кэшбэк приходит не бонусами, а реальными рублями. У этого расточителя явно не все в порядке с мозгами. Посмотрите, что он делает. Неужели он не понимает, что он ежемесячно теряет начисление до 6% годовых на остаток по карте? Да это же безмозглое создание! Он оставил эту замечательную карту Тинькофф Блэк прямо у банкомата! А ведь с этой карты можно снимать наличные в банкоматах бесплатно! И можно делать бесплатные переводы с карты на карту или по номеру телефона через СБП! Друзья, я знаю, что вы бы никогда не отказались от такой карты! Поэтому оформляйте карту Тинькофф Блэк до 16 октября по ссылке в описании! И получите по этой карте вечно бесплатное обслуживание! Да чтоб меня! Еще одна карта! Кто этот негодяй, а? О, это вы заманили меня в ловушку, так? Зомби и правда обрели разум. О, боже мой! Какой отвратительный сон я только что увидел. Проснулся посреди ночи. Но тем не менее, я абсолютно не уставший. Но у меня дискомфорт. Конечно, дискомфорт. Такие сны ужасные снились. Может быть, поспать? Нельзя поспать, но отдохнуть-то можно? Отдохнули. Черт, как темно. А еще нас очень мучает жажда. И грусть нас просто разъедает. Хорошо, у нас очень тяжелый груз, его надо бы как-то снять. Вроде бы, если мы одеваем куртку, то вес убавляется, да? Это мы как бы уже не носим. Ну-ка, давайте наденем. Всю экипировку нашу оденем. Да, хорошо. Это действительно нас чуть-чуть облегчило. А теперь надо как-то облегчить свою жажду. И хоть этот дом чист и никого здесь нету, нельзя издавать шума. Надо очень тихо передвигаться. Пойдемте найдем туалет себе. Но это не чтобы облегчиться, а чтобы попить. Хотя, погодите, вот здесь есть раковина, давайте попьем. Ох, как здесь мерзко было пить. Ведь здесь столько немытой посуды. Отвратительно, не то что из туалета. Я не знаю, что мне теперь делать. Какая у нас цель? Цель, конечно же, выживать, о чем речь? Да, но как выживать? Куда идти? Что делать? Что бы я делал, если бы я по-настоящему выживал в зомби-апокалипсис? Конечно же, сдох бы сразу. И проблемы все решены. Я предлагаю не рисковать и дождаться утра. А дождаться утра можно с помощью развлечений каких-нибудь. Давайте себя развлечем. Я не знаю, правда, чем, не знаю как. Здесь же ни черта не видно. Вот здесь я вижу какие-то двери. Столько питья. Но я не это искал. Я хочу найти книжку какую-нибудь. Зонтик, свитер, книжку дай. Оружейный кейс. Давайте возьмем. Так, хорошо, я его открыл, а в нем... Вот это нам повезло, какой удачный дом мы выбрали. Так, берем пистолет, вставить магазин, вот. Но патроны в нем не найдены, это ё-моё. Вынуть патроны из коробки, а, да, то есть все же очень сложно. Вот и патроны, давайте теперь зарядим. А, погодите, стоп, стоп, стоп. Сначала нужно из пистолета извлечь магазин, потом вставить патроны в магазин, снарядить, да, хорошо, 15 патронов. Слышите этот звук? А, как он ласкает мой слух. Вставить в магазин, теперь у нас есть пистолет. Нам нужно его использовать сегодня, я ни разу не стрелял еще отсюда. Давайте положим здесь кейс, пусть лежит. Ну, не знаю, почему нам стало вдруг скучно, ибо у нас такой крутой пистолет теперь в руках. Только он нас и будет развлекать, походу. Газета. Погодите, взять. Мы не можем ничего с ней сделать, кроме как сделать из нее Панаму. Нет, это не развлечение, к сожалению. Да какое это может быть вообще развлечение? Какой год на дворе? Мне в PlayStation поиграть. Кабинет! Лист бумаги, пожалуйста, дай мне что-нибудь. Бумага, бумага. А в столе что-нибудь дайте. Спички. Хорошо, это мы берем. Нет, к сожалению, здесь нечем развлекаться. Блин, знаете, мне так нравится, что я сейчас живой. И вообще не хочется ничего делать, не хочется никуда идти, это очень опасно. Давайте возьмем в дополнительную руку прут. А, у нас так нельзя, только пистолет или только прут, да? А если пистолет назначить на, допустим, какой-нибудь слот? Хрена бы лысого. Хорошо, взять в основную руку, давайте тогда, может быть, прут назначим. Прут назначен. Типа, если вдруг что, вот у нас есть пистолет. Но мы берем вот так вот, оп, и бьем.
А как взять пистолет? Никак. Хорошо, только если вот так вот брать и назначать на руку, да, сразу. Это время требует, то есть придется убежать как следует. Ну просто я не хочу тратить патроны. Неизвестно, когда они мне пригодятся. Ладно, давайте пока будем идти вместе с Прутом. Куда идти-то? Вот что вопрос. Конечно же, вот сюда. Здесь медпрепараты. И библиотека, где мы развлечемся как следует. Пойдемте. Нельзя идти. Я уже увидел зомби. Ладно, давайте выйдем с заднего двора. Тоже нельзя идти, ибо... Вон зомби. Они повсюду здесь. Окей. Просто идем. Осторожно. Нас тут же увидели. Давайте заведем ее тихо в дом. Заходи, дорогая. Заходи, заходи, заходи. Убьем ее здесь. Хорошо. Топчем. Готово. Фотоаппарат. Но это хлам написано. Естественно, это хлам. Вообще ни к чему это не нужно. Ой, зомби идут. Окей. Тихо. Пошел. Толкай. 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 Есть. Отлично. Топчи. Топчи друзей своих. Топчи единственных друзей. Топчи их. Ну что, развлечения есть? Нет. Но жажда есть теперь. И что это такое? Нам очень жарко. А что поесть? Что поесть? Давайте половинку банана съедим. Ом-ням-ням, какой вкусный банан. Питательный. Теперь нам просто скучно. Идем. Ты откуда взялся? Ты из больницы сбежал, что ли? Так ты не долечился. Ты посмотри на себя. Весь в крови. Прям после операции как будто. Ладно, я тебя вылечу сейчас. Ложись. О! Ковбой! Сзади подобрался. В этом городе слишком мало места для нас двоих. Поэтому спи. Портативная рация. Опа, забираем. Возможно, потом понадобится. Мы относительно тихо вышли. Это очень радует. Теперь нам нужно вот туда, в город, немножечко припасов найти. Я даже не понимаю, на что влияет грусть. На мой энтузиазм сражаться? Типа, если я очень грустный, то я такой, ну, не знаю. Сдохнуть было бы веселее. О, боже мой, как же вас там много. Слушайте, ну, может быть, развлечение есть здесь, в этом доме? Вы мне сказали, друзья, что можно убирать осколки. Убрать осколки стекла. Просто великолепно. Но зачем мне туда лезть? Там же стекло еще с той стороны есть. Я на него приземлюсь прям ногами. Это нехорошо. Мне надо обувь беречь. Мы просто войдем? Нет, мы не войдем. Мы обойдем. И никто нас не заметит. Так, там какая-то баба только что была. Иди сюда, родная. А ты одета празднично, я смотрю. Ты куда ходила? С кем ты на свидание ходила, а? Пока меня не было дома. Я очень ревнивый мужчина. Карта у нее есть, взять. Так, а теперь быстренько ищем что-нибудь. Что-нибудь для развлечений. Нам нужно хлеба и зрелищ. Подобрать осколки стекла. Вот. Так аккуратненько мы со всем этим справляемся. Отлично. Ай, погодите. А вот почему зомби сюда идут. Тут же телек работает. Мы его просто выключим. Опа, здрасте, что тут? Витамины. Снотворное. Забираем. Чувствуете, как мы начинаем... Как мы начинаем что-то. Что-то выживающее. Хо-хо-хо. Видеоигра. Можно будет играть и развлекаться. Вот это развлечение нашего времени. Макияж для глаз. Ну, конечно. Помада. Моя любимая. И газовый ключ. Это нужно будет взять с собой обязательно. Курсы первой помощи. Конечно же, надо взять этот том. И вернуться домой. Придется вернуться. И курсы шитья. Это все нам необходимо. Ведь я взял набор для шитья. И взял кучу всего для первой помощи. Сделаем ходку обратно домой. У нас теперь есть дом, кстати говоря. Бета-блокатор. Это что-то научное, судя по всему. Давайте всю одежду вымоем. И, конечно же, попить. Теперь самая главная задача — это развлечься. Давайте вставим игру. Так, видеоигра. Нельзя. Может быть, надо сначала включить? Перетащите VHS-кассету сюда или нажмите правой кнопкой мыши, чтобы вытащить ее. Ой, что-то там зомбей все больше становится. Как-то грозно рычат они. Я не могу ничего сделать. Хорошо, выключим. Я думаю, надо отсюда валить потихонечку. Но мы не можем уйти, когда так много еды здесь. О, да. Хлеб, арахисовое масло и нож для хлеба. Все забирай. Друзья, это бинго. Давайте все заберем отсюда. Что-то я сожрал, да? Я в глубокой депрессии. А, все это взять. Это же замечательно. Уходим отсюда. Зомби вокруг нету? Прекрасно. Давайте ускоримся. Я хочу домой. Я думаю, дома разберусь, как работает приставка. Давайте сначала разложим всю нашу еду, которую мы взяли. Ой, я это ем. Я это ем. Нет, стой, отменить. Я съел. Блин. Хорошо, просто все сложим в холодильничек. Котлету в холодильничек. И вот это все в холодильничек. Потом вилка, деревянная доска, консервный нож, нож для хлеба, платок, спички. Это все мы положим в сюда, в шкафчик просто. Стоп, погодите, я что, взял осколки стекла с собой? Нахрен я их взял с собой? Я думаю, их нужно где-то вот здесь положить. А в ванную мы сложим все наши лекарственные средства. И, конечно же, макияж. А в нашей спальне будут лежать карты и всякие инструменты,
которые мы пока не знаем, как использовать. Ой, как жарко мне, давайте снимем пока себя. Вот, думаю, нормально. Смотрите, сильная скука, высокий шанс впасть в депрессию. Ниже. Депрессия глубокая. Вы одиноки в этом мире. Ну что за пессимизм? Сейчас мы поиграем в видеоигру. Да пожалуйста! А, нет, это не работает. Видимо, нам все-таки... Давайте сложим сюда видеоигру. Пусть она здесь лежит. Телек выключим. Для игры нужна приставка, судя по всему. Хорошо, экипируемся на поиски развлечений. Смотрите, какая пустая улица. Это очень хорошо. Тогда идем в дом. Ой, там кто-то есть. Он только один, интересно. Зайдем, посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Закрыли. Скрытность! Прибавилась скрытность! Поздравь меня! Я теперь скрытный! Скрытно вас убью! Тихо! Топчем! Каждому немножечко моей доброты. Кто-то еще здесь. Стоп, книжный шкаф. Я же здесь за этим. Нету! Черт! Это очень плохо. А-а-а! Какой ты дерзкий. Нет! Нет! Пинать! Выжили! Выжили! Так он лежать! Воу! Ты здесь что? Ты что? Ты откуда взялся? Упади! Нет, они все идут. Кажется, мне сейчас будет плохо. Отпинаем. Я встал на осколки стекла. Это плохо. Все, я его просто вбил в пол. Запыхался. О, нет, кто там еще дол... О, витаминки возьму. Мне же там был пруд. Пруд. Взять в основную руку пруд. Как же мне галимо. Хочется найти какой-нибудь... О, просто сзади так смешно ударил. Больше здесь никого нету. Пожалуйста, дайте мне какие-то вставные наушники. Это электроника. О, это же будет нас развлекать. Смотрите, вот. Сиди. Ты нужна мне больше. Это тоже развлечение, которое нам не на чем даже проиграть. Нам нужно, видимо, найти плеер. Какие неразвлекательные дома здесь. Платок возьмем. Чертовы дома, которые не дают развлечения. Хорошо. Может быть, давайте почитаем журнал. Вот я взял литературу, и ничего я с ней не могу сделать. А этот телек кассетный. Здесь не развлечешься никак. Не унываем. Нам, кстати, нужно передохнуть. Передохнем в морге. Иди ищи, как развлекаться. А, нет. Идет. Перебинтованный. Тебя этот бинт не спасет, чувак. Очень рискованно, на самом деле, то, что я устал. Я буду бить очень уныло всех, походу. Класс, там еще и женщина. Может быть, я смогу ее убить? Ой, там еще и мужчина с ней. Блин, я не думал, что здесь будет так сложно развлечься. А на качельках покачаться не развлечет меня? О, нет. Бить. Вот так. Давай, раз. Стой! О, умри. О, боже мой, их трудно будет убить. Пошла отсюда. А тебя топтать? Топтать? Есть! Затоптал. Ну, не затоптал? Ах ты ж гадина такая. Давай уже. Есть! Никакого развлечения у них нету. О, кто-то там еще ползет. Ага, мы в доме. Шкаф, пожалуйста. Ничего. Какая зачетная спальня. Слушайте, я думаю, нам здесь нужно передохнуть будет. Что-то открыл. Что-то, блин, открыл. Куда ты, блин? Не те кнопки нажимает Евгений иногда от нервов. Хорошо. Но, кстати, я даже не покоцался. Значит, будем иметь это в виду, что мы можем сваливать таким образом чудным. Окно закрыть. Шторы закрыть. И здесь ничего нет. И в шкафах ничего нету. Я зашел в самый сраный пустой дом отдохнуть. Это мы так отдыхаем? Отдых есть? Хорошо. А зато у нас нету еды, да? Мы не взяли. Ну, это ладно, это легкий голод, не страшно. Вы прикиньте, этот дом полностью пустой. Отсюда все свалили. Это ж так мне повезло. А это что такое? Это похоже на сгоревший дом. Это реально сгоревший дом. По-моему, там что-то может быть, теоретически. Тихо, 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 тихо. Там зомби. А я скрытный. Насколько мы все помним, я очень скрытный. Скрытность плюс один, и меня увидели. Но, видимо, навык заметности у меня тоже хорошо прокачан. Что? Книга? Кроссворды? Это... Черт, это не то! Кроссворды не развлечение. Ладно, просто валим отсюда. Возвращаемся домой с лицом человека, у которого не было развлечений. Дерьмо полное. Можно было бы взять этих двух зомбарей, посадить их на диван и развлекаться с ними. Болтать о чем-нибудь. О чем можно говорить с зомби? О человеческом мясе, скорее всего. И о том, как классно иметь мозги. Но это только я могу им рассказать. Хотя, съедим половину банана. Нам нужно докинуться баклажаном. У меня, кстати, тут еще осколки стекла лежат. Как бы их выкинуть? Вот сделаю такую красивую дорожку из стекла. Погодите, у меня просто глубокая депрессия. Но скуки больше нету, это хорошо. Но это гораздо лучше, чем было. А вот песочница... Ну ей же можно развлечься, еще как. Вот еще один дом. Смотрите, у меня несчастливое число на каске. Ну-ка. Есть. Отлично! Выживание на... О, есть! И курсы шитья опять.
Ладно, берем. И курсы первой помощи берем, это том 4. Ой, друзья, том 1 курсы первой помощи. Еще курсы звероловства есть. Хорошо, тоже заберем. Я не знаю, что это такое, как это делается. Что ж, пришло время, друзья, для развлечения. Выживание на открытой местности. Играть. Это развлекает нас? Стоп. Громкость, давайте потише сделаем. Скука. Скука убирается. Смотрите, как я вплотную смотрю и теряю скуку. Сейчас мы выйдем из глубокой депрессии. Что-то там навык какой-то появился. Не знаю, какой-то навык появился явно. Погодите, что? Все? Ну-ка, проиграть еще раз. Нет, все, это больше меня никак не развлекает. Хорошо, выключить. Я, видимо, еще и научился навыкам выживания на открытой местности. Спасительный дом. Боже мой, как я тебе благодарен. А тут что? CD-проигрыватель! Получается, у нас есть и диск, и CD-проигрыватель, и даже наушники. Держите в руке для использования. Хорошо, взять. Оп. Вот, передвиньте наушники вот сюда. Играть! Скука минус! Ничто так не развлекает, как унылый треп. Я что, подкаст слушаю? Я причем на полную громкость его. Еще и сяду в углу своей комнаты и буду предаваться грусти. Однако я все еще в депрессии, в глубокой. Это не помогло, судя по всему. Ну не знаю, наверное, только прозрачные чулки смогут мне помочь избавиться от депрессии. Посмотрите, какой я красивый теперь. Оружейный кейс. Двуствольное ружье. И патроны! Что в оружейном кейсе? Винтовка! Вы что хотите сказать, что у меня теперь есть? Мать его, двуствольное ружье и винтовка! Зарядить двуствольное ружье и зарядить винтовку. Я даже... Я даже не знаю, что делать. Слушайте, этот дом полон сюрпризов. Смотрите, у нас еще есть бета-блокаторы, которые снижают приступы паники. И витамины, которые придают энергию, уменьшая усталость. Господи, уходим. Домой, мамочки. Опа, возле этого дома уже собралась кучка зомби. Надо бы ее не привлекать. Аккуратненько зайти к себе домой. Скорее наверх, скорее. Охренеть. Значит, курсы все перекладываем. Оружейный кейс и двуствольное ружье тоже. Ну-ка, вот есть ремень здесь какой-то. Неужели я могу положить его вот сюда? Хрена бы лысого. Я не могу положить, ибо у меня уже есть ремень. Это другой ремень. О, боже мой, нет! Нет! Дверь открываем. Начинается. Нашествие зомбарей на мой дом. Еще один пришел. Да я открываю. Ты че зашел ко мне в дом? Быстро вышел. Хорош, погибло. Эти зомби нарываются, ё-моё. Я знаю, что я буду делать. Я возьму город рейдом. Но сначала убью этого чувака. Черт, я устал, пойду домой. Так, а теперь совершу рейд на город. Опа, что это там? Пожарный ходит. Мой коллега. Пойду поздороваюсь. Так, хорошо, мы уже ведь, да, уже здесь. И мы здесь подыхали. А значит, может начаться паника. Принять бета-блокаторы. И принять таблетки, чтобы не уставать. Начинаем. Вон и аптека. Ну что? Попробуем? Я промахнулся два раза? Как перезарядить? Да какого дьявола? Слушайте, но бета-блокатор не работает. Я очень паникую сейчас. О, no. Валим отсюда. Давайте попробуем пистолетом лучше. Я знаю, из-за чего мне жарко. Из-за того, что я чулки одел. Выкинуть. Они видели, как я выкидывал чулки. Ой, господи, какая толпа. Надо просто отсюда свалить по-быстренькому. Фух. Живы. Как-то не так все получилось, как я хотел. Я ни разу не попал. Возможно, потому что у меня нет навыков. Легкий шаг, плюс. Опа, зомби идет. Ладно, давайте попробуем еще раз. Да что такое? Я так тупо стреляю. Вот! Короче, когда я с места стреляю, гораздо лучше получается. Снарядить магазин, вставить магазин. Магазин вставь. Стоп. Извлечь магазин. Снарядить магазин. Ой, как-то много вас здесь. Вставить магазин. Все, у меня снабженный магазин. Но я бегу вообще не туда, куда хотел. Ой, легкая паника. А как же мои бета-блокаторы? Принять. Вот. И паника ушла. Аккуратненько. Оп. Все, в лесу. Слушайте, пистолет пока не очень хорошая штука. У меня совсем нет навыков в обращении с оружием. Моя стезя — это прутья и толчки. И я имею в виду те, из которых я пью. Аккуратненько, хвост. Исчез. Нет, тут один идет. А ну отошел. Ой, там что-то их много. Ой, что-то их...
Ой, чё-то их много. Сонливость. Ладно. План провалился. Господи, как много их. О, они все идут за мной. Прощай, мой домишко. Хотя, погодите. Блин. Эти еще здесь. Мне надо спать. Мне надо спать. Я проснусь, и этого всего больше не будет. Спать. Вы хотите? Да, пофигу, спим. Черт. Они прям выломали мне окно. А я лег спать. Но они, наверное, меня не слышат, если я только не храплю. Я проснулся. И я жив. И идет дождь. Я полностью отдохнул. Так, нужно выгнать этих тварей. Их здесь раз, двое. Увидела? Давай, давай, давай. Ко мне. Ко мне. Ну ты глупая. Ой, мой дом, кажется, сейчас так наводнят зомби. Тишина. Временная тишина. О, нет, он здесь. Чё? Чего? 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 Нет, 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 нет. Пластырь на пах. Опять мне пах прогрызли. Ах, страх. Куда ты пошел? В них. Прям в толпу. Все, 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 все. По одному их будем вот здесь. Не поддаваться панике. Хорошо, падай. Готов. Что у меня есть из витаминок классных? Чтоб была энергия. Чтоб не было паники. И чтоб было сытно. Вот он пришел, смотрите. Джордж, это ты? У него противогаз, кстати говоря. Давай. Джордж мертв. Теперь Аманда пришла. Получай, Аманда. Я никогда тебя не любил. Я отбился? Окей. Мы должны забрать все у Джорджа. Всю его амуницию. И сложить к себе. Мне это очень пригодится. Вы понимаете, я отбился. Я отбился. Ох, все благодаря бета-блокаторам, друзья. Я думаю, в этом кроется мой успех. Но несмотря на то, что у нас, к сожалению, не получилось зарейдить город, как мы хотели, мы смогли отбиться от огромной толпы зомби, спастись и вернуться к себе домой невредимыми. И это, я считаю, победа. И я думаю, на этом стоит закончить. И мы в следующий раз попытаемся все-таки добыть нам лекарства, добыть кучу полезных ресурсов. Просто будем смелее, отважнее под бета-блокаторами. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!